Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. В последние дни к нам все чаще и чаще приходят трагические новости из мира отечественного шоу-бизнеса. В сентябре от нас ушло невероятно огромное число людей, которые сделали огромный вклад в развитие нашего культурного фонда. Мы с большой тревогой следим за новостями, и с каждым разом нам все сложнее сообщать вам об ушедших артистах. Октябрь месяц только начался, а к нам по-прежнему поступают печальные вести. Друзья, если вас не затруднит, поставьте оценку данному видео, заранее вам спасибо. Только что к нам поступила до боли грустная новость. На 35-м году ушел из жизни российский театральный актер Евгений Лопатин. Причиной смерти стала остановка сердца. Его тело нашли коллеги ранним утром в гримерке Национального молодежного театра Башкирии имени Мустая Карима. Обстоятельства выясняют правоохранители. Об этом сообщил художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев. По словам коллег, актер должен был выйти на сцену в роли Швабрина в новой постановке «Капитанская дочка Пушкина». Согласно афише театра, сегодня планировалась постановка «Униженные», в которой одну из ролей должен был сыграть Лопатин.